Всем привет, дорогие друзья! Сегодня, как всегда, уже неделя целых влогов из Турции про нашу жизнь. С утра бежим на какие-то развивашки, впервые в жизни записали Монику. Посмотрим, что там будет. Там русская, насколько я поняла, там все русские. Вот. Показывать, скорее всего, не будем, да? Ну да, может, чуть-чуть что-нибудь покажем. Дальше вообще не знаю, как наш день обратиться, в какие дебри залезем. Так что смотрим. Бежим по нашему мини-парку одному из, не знаю, сколько, 5. Конечно же, бежим по дороге к коровке. Монечка, вкусное мороженка хочешь? Ты моя зайка. Ой. На данный момент очевидно плюс у этой развивашки то, что она находится в парке около 5 Мигроса, а это от нас буквально минут 15-20. Но мы все равно умудряемся опаздывать, да? И Монтик с Морозкой. Ты моя зайка. Все, бежим, бежим, бежим. Так, ну насколько я поняла, сбор где-то около этой остановки. Правда, мы на 2 минуты опаздываем, где никого нет. А, вон, следующая остановка. Там тоже никого нет, может, в парке. И, конечно же, как не показать такую красоту. Проходите мимо, мужчина, не задерживайтесь. Всем, кто мечтает там переехать в Анталию, отдохнуть в Анталии, или вообще просто мечтает о чем-то хорошем, желаю, чтобы побыстрее сбылось. У нас сейчас жара, уже даже прячемся от солнца. Опа! Катаемся на лифтах. Какая красотища еще снизу, но судя по всему, что там кто-то с коляской, возможно, еще кто-то, или может они просто мимо. Возможно, мы не опаздываем на 5 минут, а приехали пораньше. Так все в Турции относительно, да? Самокатики, которые мы никак не покатаемся. Кстати, надо когда-нибудь выбраться с вами на велосипедах покататься. Правда, пока не Алты мы катались. Туда сейчас. Кисочку тут нашли, да? Мама гладит, ну сама гладит. Не кусается. Какая киса. Костик не надо трогать. Можно тут посмотреть. Папе нравится. Мокрые. Помой, Шарик. Мой, ребят, смотри, мой, вот так. Мой, мокрый. Смотри, потрогай. Монечка набрала. Ты бери каждую ручку по одному. Да. Давай, быстрее, быстрее. Давай. Моника, давай, иди сюда, иди сюда. Назад полезу, да? Нет, не это. Все. Монечка, давай, 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 подвигайся. Запаковка космонавта. Рисовать сейчас будем, да? Какой фартук у нас красивый, с собачками. О, такого еще никогда не было. Столько краски. Ну как, тебе нравится? Да, давай свою кисточку, возьми, вытирай ручки. А вот смотри, это магия. Милиска, она сейчас. Сейчас будет смотреть. Сейчас он тебе принесет. Монечка все убежала. Все закончилось, мы побежали дальше. Сейчас папу ждем, пока соберется. Где-то там. Понравилось? Солнышко нарисовали. Кайф? Осень наступила очень рано. Главное, с флажком. Какой класс. Ого, вот это у тебя... Отряхиваемся, отряхиваемся, отряхиваемся. Ножки отряхиваемся. Шикарная куча. Ты моя зайка. Листопадик. Кутя. Кутя. Вышли в такой... красивый парк, хотел сказать. Тут проводится Золотой апельсин фестиваль. Это кинофестиваль. Вот, наша любимая с вами пирамида, горы обалденные. Ну и уже выходим в город, можно сказать. Сейчас потопаем домой, а потом пойдем еще в гости. Да? Если Монечка нам разрешит. С Монечкой пойдем, или, да? Конечно, с Монечкой.
Идешь к сладкому? Выше меня? Оу-оу-оу-оу. Челюсти работают. Манечка сегодня, кстати, себе сама наряд выбирала. А там картинку видела, где плакала? А-а-а. Правильно. Оседлала папку. У нас образовался в коридоре велосипед. Монечка. Красотка пришла. Это не наш, просто взяли, чтобы у нас постоял. Для влога. Котенок, тебе нравится? Ну ты только не лази. Вот это велосипед, да? А там еще какой-то... О, там еще роутер сейчас провели. Ох, новый интернет подключили, да? С помощью людей добрых. Ага, не ляп-ляп, снимай шлепочки. Что-то вы у меня мутные, протереть что ли вас? Или просто темно? Темно уже. Привет соседям. Чилька еще. Практически достает. Педа купить. Ну, он сюда запыхался сильно, пока тащит. Ну, блин, надо внизу бы. Ну, а он бы оставил бы там? Не, мы бы свои бы внизу бы оставляли бы. Да я не знаю. Ну, каждый раз не позатаскивают. Еще говорят, что это... Воруют? Ну, конечно. Ну, как и везде, господи. Вот это что? Это звоночек, да, Чулечка? Это чтобы это... Доброе утро. Сегодня из новостей у нас гром гремит. Обещают дождь целый день. Еще сегодня рынок. Вот тут часть рынка. Что можно сказать? Удобно, кстати, узнавать погоду, когда смотришь блогеров, и у них там уже в Лимане, в Хурме идет дождь, а у нас еще не идет дождик. Значит, скоро пойдет. Так, ребят, у нас рынок относительно рядом. Новости с рынка. Клубника по 15 лир. Ну, в принципе, это сейчас обычная цена. Вот это да, вот это дождь. Обалдеть, Денис где-то на рынке. Ого, просто. Огромнейшие капельки. Сейчас будем его выжимать с вами. Чё там? Как ты не знаешь, да? Открывать, да? Да. Та-та-та-та, моя зая, что там? Сейчас бабуся себе заберет. Давай. А распаковки становятся все интереснее и интереснее. Вау! Кстати, она еще не подсела на лол. Вау! Какие туфельки! Это мама, папа тебе выбрали такие туфельки. Красивые? На тренды Йоли заказали. Кстати, они мягкие или нет? О, деревянные. Не, нормальные. Я выбирала, да? Для ножки сойдет. Смотри, да, померим тебе поможет. Ну да, надеюсь. Монечки. Мне кажется, такая, не поняла я, где подарки. Бумажкой. А, это что, Монечка тоже? Да, наверное. А, я знаю, что это заканчивается на попке. Ну, я так думаю. Да? Ну, давай, вытаскивай. Что это? Вытаскивай уже. Давай, быстрее вытаскивай. Папе больше надо, чем Монике. Да! Попки! И начинается на попке. Давай, вытаскивай. Мы один брали ей такой на брелочке. Она его прям в этот день посеяла, но ей очень понравилось. Да. Мы даже не заметили, где она посеяла. А, давай, вытаскивай. А сейчас новый поп-ит. В виде динозавра. Кто это у нас? Попки. Попки. Как были попки, так и остались. Все, пошли нажимать. Чпокать. Понажимать. Хочешь? Видите, мой зайка танцует. Я не умею. Ну, понятно. На, держи. Какой здоровский. Папе в следующий раз такой же купим, если будет себя хорошо вести. Два попки. Два попки. Моника обещала, что мне тоже купит попыт. Спасибо. Две. Две попыт.
А, с зонтиком, представляешь? Да. Я смотрела на Тренд Йоли, выбирала ей, предлагала. Обалдеть. Ага, мама, чтобы маме еще, да, попыт был отдельный. Да. Мы бы с тобой менялись бы. Ну все, наша красопеточка. Поп-кит. Я уже думала, может, это нормально. Можно? Можно. Приятно. Выдавливать эти штучки. Рассказывай про нашего любимого курьера. Он, кстати, нам вчера посылку оставил, когда мы гуляли по Марк-Анталии. Ага. Ты так смотришь, как будто первый раз слушаешь. Да нет, ну что скажешь. Он оставил под дверью, в общем, все нормально. На газон. Ну да. Бабушка там говорит, нет у вас посылки, никакой нет, нет. Вам пришли, нашли ее сразу. Вот, и та-да-дам, последняя посылка. Что ж там может быть? Доставай. И сейчас опять он звонит и говорит, Денис дома, надо ему в следующий раз, мне кажется, какой-нибудь подарочек что собрать это? И положить. Мне? Тебе. Мне? Что это? Что это? Нет. Нет, это не бик, это на твой размерчик. Давай. Тебе сколько годиков? Вау! Как тебе? Кофточка. И а, это вот кофточка. Футболочка. Мама моя любимая. Да? О, у нас же такая есть. Вот такая вот. Ромашки. Ромашка.